Всем привет, кто заходит ко мне, кто смотрит меня, кто сопереживает, кто поддерживает, комментирует. В общем, всем, друзья мои, привет. Еду я на работу и хочу кое-что вам рассказать о моих тревогах и переживаниях. В чем заключаются мои переживания, ребята? Вот смотрите, сезон прошел, значит, вот этот трейлер нам порекомендовали продавать самостоятельно. Так как цена упала за 2 месяца на 2000, и, ну, вообще, как говорится, очень-очень дешево отдать этот дом на колесах, будет очень жаль. С одной стороны. С другой стороны, девочки, продавать самостоятельно, да, не через дилершип, это достаточно, как говорится, опасно, потому что меня, во-первых, могут обмануть и в деньгах, и в намерениях. И еще одна ситуация, что это все находится за городом в ангаре. То есть туда нужно ехать и для каждого покупателя, в общем, открывать эти большие ворота, показывать, рассказывать, да, делать, как говорится, презентацию этого дома. И каждому нужно уделять время и внимание. И в тот же момент показывать, где это все находится. Понимаете? А тут может быть обман не только по деньгам, но и, так сказать, обозначишь место, а люди приедут вечером, ночью, откроют этот ангар, увезут и все. Так как я так понимаю, что здесь тоже есть нечестные люди на руку. Вот в чем мое опасение в этом плане. Другой момент, что очень много вопросов возникает у людей, да. Им нужно рассказать, описать, какие были проблемы в этом доме. Но я так считаю, что не было никаких проблем, никаких утечек, так скажем, по крыше, по, там, не знаю, по воде. То есть им нужно описание давать. Это тоже для меня тяжело, потому что я не знаю все эти характеристик, понимаете? Пытаюсь у Дейла что-то узнать, чтобы он подключился, да, чтобы он объяснял людям все данные этого дома, но, к сожалению, не во всех моментах он компетентен, потому что он, понимаете, утерял память. И многие вопросы он не понимает просто. Он просто говорит: я не знаю, я не знаю. И вот как продавать, да, вот как продавать самостоятельно. Настолько это все меня загнобило, понимаете, вот эта вся ситуация, что нужно отделаться от этих всех больших, как это сказать. Чуть машина не столкнулась, представляете? Решила повернуть прямо на меня. В общем, не знаю, как скорее, как говорится, продать это все дело игрушки. Потому что очень много возникает вопросов ко мне именно. А нужно скорее все это, как говорится, продать, чтобы уменьшить билы, платежки. За всем этим стоят платежки, понимаете? А деньги, да, даже те накопления, которые у нас есть, нужно же их пополнять, понимаете? А у него все, income все закончился. Только вот social number, social security, извиняюсь. То есть его это пенсия. А на нее далеко не уедешь. И сначала он сопротивлялся, он не хотел продавать, не трак. Не этот дом на колесах, понимаете, еще есть лодочка, но лодочка, как говорится, старенькая, там много не возьмешь с нее. Но, девочки,
Вот этот съемный ангар, мы тоже платим за него, за аренду. Поэтому здесь везде сосут деньги с этого. И хочется быстрее избавиться от этого, чтобы, опять же, не платить даже эту аренду. Вот поэтому вот такие проблемы, связанные с тем, что я некомпетентна в этих вопросах, понимаете? Но мой банкир сказал мне, что, Лиля, не волнуйся, если, значит, кто-то заинтересуется, ты приедешь ко мне, и мы через меня все это оформим. И деньги сразу переведем, и документы все оформим. Вот я даже не знаю, как переоформлять эти все документы на другого хозяина. Понимаете? Я здесь никогда не продавала никаких крупных вещей. То, что я продаю через Marketplace, вот эти мелкие всякие финтиклюшки, это одно. Люди приехали, дали деньги, посмотрели, забрали. Все. Нет проблем с этим. А крупные вещи, это же нужно переоформлять все это дело. В общем, вот такие дела, девочки. У меня новые очки. Мои черненькие очки для вождения. Вы, наверное, все заметили. В общем, я где-то оставила. Потеряла, ребята. Потеряла. И не помню, где. Вот так. Пыталась вспомнить, где я могла оставить. Не помню. Все, вот тоже мне нужно теперь заказывать очки. А очки тоже стоят недешево, около $200. Вот такие специальные очки, специальными линзами для вождения. Вот такие дела, ребята. Дела не заканчиваются. Нет ни отдыха ни для мозга, ни для тела. Постоянно в движении, постоянно что-то я решаю, что-то я разрешаю. Уже все надоело, девочки, надоело. Потому что я чувствую, что у меня просто заканчивается энергия на все это разбирательство. Я еще не говорю о том, что какая проблема стоит еще с налогами. Понимаете, это уже отдельный вопрос. С таблетками, со связями с врачами. В общем, куча. Как это все разгребать? Я не знаю, конца и края нету. Вот так, ребята. Все, я доехала к своей работе. Посмотрим, как у меня день пройдет. И до новых видео, до новых связей. Спасибо вам всем еще раз за поддержку и за комментарии. Всем хорошего. До встречи. Пока. Так, ну что, все, цепляем. Вот наш сосед опять помог, мальчик. Видите, девушка приехала с ребенком забирать этот хантинг-хаус. Ну, это можно выдержать. Соседке муж уехал в поездку, мой не может. Вот опять пришлось к соседям пробиваться. Ну все, уходит хантинг-домик. Следующая продажа будет трейлер. Так, ну все. Опа, опа. Так, помогаем. Все, honey, thank you so much. Take pleasure with hunting house. Все, house, bye-bye. Доставляю удовольствие другим людям. Ожидаю покупателя на пандусик. Сейчас должна девочка приехать, посмотрим. Подойдет, не подойдет. Ну, дай бог, уже подошел этот пандус, чтобы я уже, как говорится, сдыхалась от него. Потому что есть что еще продавать, девочки, полно. Полно вещей, от которых нужно избавляться. Так, подъезжает она. Никак не может развернуться. Okay.
смотрим, подойдет ли.